Я уж думала, что добрых людей не осталось. Это Воробей 5. Подлетаем к вашей позиции. Без тебя у нас ничего бы не вышло. Внимание! К вам приближается противник. Иди вон туда! Недолго осталось! Благодарю за помощь. Хрен вам! Не доберетесь до меня! Пора с этим кончать! Внимание! К вам приближается противник! Они у нас как на блюдечке! Подтверждаю, Воробей 5 прибыл и готов действовать. Без тебя у нас ничего бы не вышло. Спасибо за помощь.
Если понадобится помощь, зови. Я приду. Дэнни, я получил твое сообщение. Сотовая связь теперь жутко барахлит. Как и все остальное. Свет иногда отключает. Если не найдешь, где перекантоваться на ночь, то все. Никто тебя не пустит. Боятся, что ты заразный. Приходится... где-нибудь в коридоре или вообще в переулке под картонкой. Как бомж. Тут еще капи... Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Кричи, сколько влезет. Яблочко! Записываете? Нет, нет, не возражаю. Но после этого вы меня отпустите, да? Мы же так договаривались, да? Значит, меня зовут Шарона Диас. Я работала медсестрой в Белвью, в больнице, да. Проработала там 16 лет, так что я уж всякого навидалась, но чтоб такое. Да, извините. Первый случай... Это было в начале декабря, в ночь на 5 число. Вот тогда это все началось. Сперва их было всего двое. Симптомы были как у гриппа, и мы так и подумали. Ну, мы готовились к тому, что этой зимой будет большой наплыв гриппующих. Так что мы дали им обильное питье, все рассказали и отослали домой, как обычно. Вот, собственно, и все. Откуда нам было знать? Я хочу сказать только одно. Пришло время взять ответственность на себя. Мы должны отдавать себе отчет в том, что игнорируем целую категорию граждан США. Мы сознательно отказываем больным в помощи. Лазареты переполнены, и эти люди умирают точно так же, как и мы. Ивона, мне кажется, у вас в голове все перепуталось. Вы имеете в виду, что мы должны отправлять драгоценные ресурсы не в общественные больницы и поликлиники, а в тюрьму убийцам и насильникам? Вы это хотите сказать? Джон, вы слишком сильно все упрощаете. Это не поможет нам решить проблему. Вот как? А вы, значит, заботитесь о наших интересах. Лично я бы отправил персонал по домам, а заключенных оставил бы сидеть в тюрьме, пока эпидемия не закончится. Я не верю своим ушам. Я не прав? А если этот вопрос поставить на голосование? Как думаете, что решат люди? Может, узнаем мнение слушателей? Что скажете?
нас у всех старые счеты остались. Дела никогда не бывают напрасны. Все теперь только на себе. Я этого охранника еще найду. Да хрена лысого, я пойду обратно на зону.
Я получил твое сообщение. Спасибо. Хорошо, что хотя бы быстро. Жаль, только я не успел ее повидать. Дэн, я сегодня видел парней на улице. Они окружили одного старика. Хотели отобрать у него чемодан. Они не знали, что внутри, но все равно хотели отобрать. А он не отдавал. Они повалили его на землю и стали бить ногами. Сильно. Пока он не потерял сознание. Дэнни, я бил его вместе с ними. Когда работаешь в реанимации, бывают сильно загруженные ночи, но это повторялось каждый день. Приходило все больше и больше народу с одинаковыми симптомами. Это было ужасно. Смотришь, родителей бьет озноб, а рядом сидят дети, пытаются не разреветься, и прямо вот сердце кровью обливается. 3-4 дня спустя мы поняли, что ошиблись с диагнозом. Из ЦКЗ нам звонили каждую пару часов, и по вопросам, которые они задавали, было ясно. Они тоже уже не думают, что это грипп. Кто стрелял-то? Хочешь меня убить? Дела никогда не бывают напрасны. Вы в безопасной зоне. Оттуда вам не видно. Сегодня я побывал в Челси. Я могу вам помочь? Знаете, что я там увидел? Да, грабежи и мародерство. Но если бы только это... Люди не просто залезают... Никаких проблем. Еще они увидимся. Они сбивают друг друга до полусмерти. Люди стреляют в людей и отбирают то, что им самим...
Давайте расскажу. Эй, подходите, не стесняйтесь. Глава Клави. С охотничьим ружьем крался за женщиной, которая тащила маленького ребенка и чемодан, словно оленя преследовал. А когда подобрался поближе... О, привет. Да, этот квартал сейчас выглядит немножко дико. Люди сходят с ума. Даже питомцев своих бросают. Вот скажи, какой нормальный человек бросит своего четвероногого друга на произвол судьбы? Ой, да. Но я уверен, ты не из таких. И можешь здорово нам помочь.